Этюдник Малевич ML15. Компактный и профессиональный этюдный ящик выполнен во французском стиле. Это уменьшенная облегченная модель этюдника ML12 для тех, кому важна легкость и компактность изделия. В производстве используется английский бук, обработанный льняным маслом, который отличается более выраженной текстурой и более темным благородным цветом по сравнению с другими видами бука. Это очень прочный материал, который традиционно используется во всем мире для производства профессиональных мольбертов для художников. Золотистые крепления выполнены из высококачественного металлического сплава, который устойчив к коррозии. Может использоваться как для работы в помещении, так и на улице. В сложенном виде его размер всего 23 на 56 и на 16 сантиметров. Его можно использовать как настольный мольберт. Для удобного хранения кистей, красок и других принадлежностей художника послужит вместительный ящик 17 на 42 сантиметра, глубиной 5 сантиметров. Во время работы ящик можно выдвинуть, что значительно увеличит рабочее пространство, и разместить на нем палитру для смешивания красок, которая входит в комплект. Из маленькой и компактной она может превратиться в полноценную художественную палитру. Этюдник весит 5,6 кг, складывается в компактный ящик с ручкой для удобной переноски и ремешком для ношения на плече. Ножки этюдника телескопические, что позволяет подстроить этюдник под свой рост, а также работать как сидя, так и стоя. Высота регулируется от 140 до 180 см, что позволяет работать с крупноформатными холстами до 85 см высотой. Полка для холста шириной 23 см регулируется по высоте. Холст можно наклонить как на себя, так и от себя, аналог наклонной штанги, в зависимости от потребностей художника. Ниша для подрамника глубиной 2 см имеет специальные пазы для крепления картона или планшета.